Всем привет, с вами Эндрю. Мы продолжаем играть в Mass Effect Andromeda на планете Харвал. И как там он сейчас? Давайте посмотрим еще раз. Хаварал. О, Хаварал, точно. А, сейчас пойдем по квесту. Хотя сейчас... Какой у нас квест? А. Гибнущая планета. Вот, надо спасти эту планету. А, починить реликт. Да. Вот. Ну ладно, пойдемте еще. Просто как отсюда выйти? А, подожди, еще квест какой-то можно взять. Пойдем, дойдем сейчас. Он стоит, ждут меня, по-любому. Привет, мудрец. Я на пороге смерти. Ну, понятно. Прости, что вмешиваюсь, но что случилось? Он тяжело болен. Ему осталось немного. Гости сумеют помочь? Если они были в Пилав, то могут что-то знать. Я как раз из Пилав. Научная станция? Это больше большое поселение. Дар. Мара. Перебралась сюда, когда было все кончено. Ты же помнишь, Пилав похотела джунгли? Насколько циклов... Несколько циклов назад его покинули. Да, припоминаю. Это значит, что Амару уже не найти. Можно попытаться найти ее след. Все дары ведут... А, все дары ведут журналы. Запись их должна указываться, куда они перебрались. Где хранятся документы? В каком-нибудь административном здании. Если только аппаратура в порядке. Не хочется навязываться, но я буду благодарен за любые сведения о сестре. Отложен, дождаться возможности пересечь пропасть старой Пилав. А, хорошо. Помочь надо им. Всем поможем. Передавать что-то исследовать. Что это? Интегрированный ангарский модуль. И светильник, видимо. А нет, солнечный нагреватель. Так. Туда. Там тоже что-то горит. За всех квесты возьмем на этой планете. Тоже по полной пройти. Здоровки. Модуль данных какой-то. Ну-ка. Важное сообщение. Презентации. Понятно. Общая информация. Эсмус, вы советуете ходить здесь без присмотра? Ты срываешь нам урок. Почаще бы так, сказал ученик, видимо. Прошу прощения, мне не хотелось вам мешать. И все же ты здесь. Как я и говорил, двигательная система, поднявшая Бешала в небеса, была вдохновением четырьмя образованными реликвиями. Это лишь один пример. Значительная часть наших успехов обязана обнаружению артефактов и реликтов. Артефакты? Где артефакты, о которых ты говоришь? Немногие уцелевшие находятся в историческом хранилище Аи, но большинство из них утеряно. Правда, ходят слухи, что окружающий мир сочается, давно погребенные вещи может вынести на поверхность. Найден артефакт реликта? Как раз вовремя. Рейдер, ну неужели тебе не любопытно? Представь, сколько мы могли бы узнать. Это точно. Ты считаешь, что лучшие ваши достижения позаисты у реликтов, я сказал. Сейчас будет оправдываться. Вот некоторые из артефактов были оставлены в недоделанном состоянии, чтобы показать нам, как они собираются. Научили. Не буду задерживать ваш урок. Сразу бы так.
Собрать вышедшее на поверхность устройство на Хаварле. Отправиться в указанную локацию с Эсмусом. Но, по-моему, это даже не на этой планете. Просто сейчас карту общую не посмотрю, потому что мы здесь находимся еще. Ну все. Полетели вниз. А. Точно вниз там, да? Я посмотрел, там уже быстрый переход был. Вполне мог им воспользоваться. Вон там что-то. Отправиться в указанную Эсмусом локацию. Что там внизу горит? Ну, доверимся навигатору, правильно? Может, нас не обманет? Так, на этом уровне, что ли? Контейнер. Немного медяхи, и все. А, так, тут показывается ниже. И вот на этом уровне должен быть проход. По идее. Дорога в один конец была. Я типа то не могу пройти. А вот это уже интересно. То возможно придется возвращаться. Либо можно попробовать. Хотя, говорит, вот с той стороны что-то. Потом наверх, наверное, кинет, да? Эх. Непонятно ничего. Давайте пробежимся уже. Здесь мы не пройдем в любом случае. Да. За пределы. О, да, прыгнул. Тогда, может, нам сюда и не надо было. А, вот так. С одной стороны собрал, ты хоть разобрал, да? Короче, пойди. Уровни же можно как-то, да? Да, да, нам туда. Тогда быстрое перемещение, да и все. Я тут что-то прыгаю, прыгаю. Зачем прыгать там? Непонятно. Так. Вот как этот... А, это планета, по-моему, не та, да? Надо что-то про обломки мне говорил. Точнее, культуру их не найти. Потерянные, да? Реликты. Как реликты? Музейные экспонаты. Да. Немножко ресурсов. Замнем в руки. Потом делаем небольшой перерыв. Где ему? Конечно,
циклы долгие. И простите. Ну, немножко затупили, конечно. Перезарядиться, как обычно. Сражается. Ну, местные жители сражаются с монстрами. Бьем местных жителей. Спасем его от смерти. Что могли съесть? Ой-ой-ой-ой-ой. Допрыгался. Разминочка небольшая. Странно начать уровень, да и ни разу не умереть. We've got targets! Просто где последним? Походим, я еще не осознал. Спокойнее, спокойнее надо. С этим не хватало мне сражаться. Реликты там сзади были. Ну, тихо, мирно пройдем. Я нам все равно не туда. Почти тихо. Больших зверюшек-то убьем, все равно. Все равно агрессивный, скорее всего. Так, одного убили. Так, ничего не выпало, как обычно. Давайте уточним, куда идти. А, правильно идем. Взрывчатка и куча реликтов, да, сверху. А вот здесь, по-моему, мы даже не были. Есть, конечно, просто на глаза не будем. Может, их и убивать даже нам придется. Pathfinder, we are approaching the location provided by Esmus. Приближайся к точке. Stay sharp, everybody. There's supposed to be remnant crawling all over this place. Агрессивный сборщик. Это плохое укрытие. Огонь стрелят очень нравится. Упал. Так, дрона уже откатилась.
Ничего. Вот хотел же спокойненько подойти, не мешать им работать. Нет, нападают. Так, собираем все, что у нас с них выпало, и идем дальше. Классический вход, да? Ну, пойдемте. О, и патроны положили, какие хорошие люди тут. Прям дюжи часто встречают. Даже так не шибко интересно, конечно, столько патронов валять на каждом шагу. Бездна реликтов. Вот у нас и карта есть. Отлично. There has to be another explanation for this reincarnation thing. Esmus said it's within families. Maybe it has something to do with that. Some kind of genetic memory? An ancestor's experiences becoming instinct in their descendants. Если не будут на меня нападать, да? I mean, Asari can share memories. Вот тут кто-то есть. Ну ладно, пойдемте. По точке. Так. Походу, я-то не туда свер... А, нормально, да. Тут дверь. Которую... Ну и ладно. Которую либо нельзя открыть, либо она сейчас закрыта. Да, закрыта. Короче, активировать, доступ стоит. Неэффективно. Что-то вообще какие-то суровые парни. Помоги мне, дрон. Спорщики хотя бы убиваем. Много мелочи. Давай. Спасибо, дрон. Да. Двигаться немного в сторонку, чтобы целеуказание не терял. Все, пропадаю на секунду. Можно ли мне сейчас пробежать? Или не стоит бегать? Сразу пойти по квесту. Не заниматься ерундой.
Хотя ладно, давайте пробежимся здесь. Посмотрим, что. Там может быть, как и в прошлый раз. Типа, уйдешь, а потом сюда уже не попадешь. Даже квеста не будет. Куча-куча сборщиков. Слабеньких. Я пока хотел бы не бегать передо мной прям. Хедшот. Перезаряжаюсь каждый раз, поэтому приходится ждать. Контейнер. Схемы, сосуд. Прям интересно. Надо было дрона уничтожить. Пускай откатывает. Кто там остался? Так, подошли к центральному залу, нижнему. Ты! Что новенькое? Двери закрывай. Нет. Блин, откуда же закрывай? Куда пройти? Через стенку прошел, негодяй. Похоже, с этой стороны мы не пройдем здесь. Ладно, пойдемте. Могу только предложить обойти с другой стороны и там напасть уже на нее. Потому что он уже встал. Если только сейчас со временем отойдет. На то пробежать. Потому что это не дело. Просто открывается ворота и у нас расстреливает. Интереса в этом мало. Конечно, мы его убьем, естественно. Так, ну тут здесь, конечно, мы не пройдем. Естественно. Реально стена. Сзади вход. Ну это контейнер, это понятно. А, то есть у нас и выбора нет, да?
Понятненько. Это замкнутое пространство, как говорится. Тупичок. Сейчас с краев посмотрим. Ну да. Придется туда идти. Надо все-таки пробегать, а не стоит ждать, пока он там подойдет к воротам. Он стоит вон. Не, я, конечно, пройду под невидимостью, а вот напарники уже вряд ли. Бросить их, так есть. Давай со снайперкой пойдем. С ней повеселее же. Он чувствует нас. Этих бить не будет. Блять, да. А, отлично! Так, опять вернулись. Не падаем в воду, не падаем. Лежим. Нам с роботами сражаться незачем здесь. Мы с этими только сразимся. Конечно, опыта не получим, но. Хотя времени будем тереть. Нет, больше они, конечно, противные вообще такие роботы. Давайте, не стойте. Цели нужно противников заметить. Чуть не умер. Ну, ничего страшного. Все равно умру там, на боссе. Мини-босс. Что это такое было? Кто пока он стрелял? Молодец, молодец. Так, обходим его. Обходим всех, пока нас не просканировали. Давай, давай, давай. Все, пошли дальше. Пофигу на них. А то мы так дальше так и не пройдем. Хотя, может, уничтожить попробовать. Так, они что-то встали.
Ты прям в голову, хедшотик. Ой-ой, проснулся. Блин, хорош, ну. Что-то простреливает. Да. Ну как-то так. Тут прятаться негде. Пойдем дальше. Нет. Конечно, это шоп. Пойду босса бить, да, на центральный ход. Нормального оружия нету. Это все бьется очень печально как-то. Давай, сборщик. Не застрай. Чистый подпили. Этих изучить нельзя. Схема, генератор щита. Чехол один. Мы по идее дошли. Вот. Но я что-то реально хочу попробовать все-таки убить того босса. Так что, что-то не подсказываю. Мы с вами реально не вернемся. Подбирай стрелки, давай. Может, с вами не вернемся, а его, хотя бы его убить-то надо. Но для этого надо избавиться от мелочи, которая там рядом ходит.
Хотя бы. Что нам сильно мешает? А всех убили, смотри. И Биби убили. Давайте, чего вы разбеглись, пойдем. Пойдем сейчас попробуем убить босса. Перед тем, как пойдем на другую локацию. Натворил. Возможно, если я реально не отвлекся, не было бы плохо. О, все, и она ему. Все, готов. Вот релик крутой. А те мобы так и стоят там, сверху. And we're on the move.
Заряженное устройство на базе нулевого элемента. Так, от него останки у нас. Конденсатор щита и сосуд с семенем. Очень ценный продукт. Да. Не скажу, что опыта много дали, но да ладно. Берем патроны и пошли. Но мы не могли отсюда уйти, не убив его. Да. А то вообще почти до квеста дошли. Дошел каких-то полчаса. Че, поехали? Нужная дверь. Останки. А, это память у кого, да? Древний носитель данных. Примечание. Носитель старый и сильно поврежден. Большая часть данных уничтожена. Но отдельные фрагменты удалось восстановить и перенести с шлейфа. Судя по всему, это какие-то дневники. Рассказы девушки о том, как к нему попала эта перчатка. Охранять ее по праву старшинства должна была ее сестра. Они были прямыми потомками Эорай. Но ее не интересовали предания прошлого и реликты. Она отказалась от того, что было ей по праву дано. И тогда перчатка досталась моему деду, затем отцу, а теперь мне. Практически ничего в этом не понимаю, и меня это пугает. Мудрецы поведали мне, что Эорай было доступно разговаривать с реликтами, и не исключено, с помощью перчатки. Когда я ее одеваю, в моем сознании что-то меняется, и мне это не нравилось. Иран хочет ее заполучить. Говорит, что мои страхи лишают меня сил. Дескать, мне надо передать устройство ей. Так же, как наша родственница когда-то отдала его нашему деду. Но я не боюсь и докажу это. Я, как и мой предок, применю перчатку на реликтах. Молодец. Так, и все, да? Кроме остановка. Я сразу. Подберем все, что тут рядом, а то... Кто знает, что откроется. Возможно, сейчас мы оденем перчатку, и в нашем сознании что-то поменяется, да? Что это? А, еще ядро. Ладно, давай. А, и все? Я думал, сейчас перчатку оденем и прям... А тут... Отлично. Looks like it might have been some kind of glove or gauntlet. Smashed though. Ruik. Inside studded with Ruikar. Contacts. Could have been used for some kind of input. Ancient Angara tech. Is this the first we've seen? I wish we could study it instead of giving it to this Tavos person. Да-да-да, найти ученых в лагере вообще. Но я, честно говоря, рассчитывал на большее. Как-то слабовато. Не, по идее, как бы... Эта перчатка активизирует связь, да, там, просыпаются воспоминания и все такое. Ну, о, можно включить. Что-то закрылось. Что это? Видать, можно по ним прыгать, да? Так, а куда они нас приведут? Или лучше спросить, где следующее? Так. Потом.
контейнеры. Полимер. Ну, короче, хлам. Патроны и полимер. А, это такой обходной путь, да? Чтоб там не обходить. Нет, подожди. Ух ты, поднялся. Высоко. Ага, дверь-то открылась. Значит, только контейнеры. Что мне стреляешь? Вперед. Понял, он был мирным, да? Не сделал никого не видел. Нечего лежать. Сейчас останки подберем. Да, ну пойдем уж на выход. Тут делать больше нечего. Бери оружие. Надо оружие, зло. Ну. А вот мы выполнили эту миссию. Давайте на этом закончим сегодня. Всем спасибо, кто смотрел. До новых встреч. Всем пока.